Ребята, вы просто будете в шоке, потому что прямо сегодня вы увидите то, как я зашел на аккаунт киберспортсмена и... Просто смотрите! Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я зашел на аккаунт чемпиона Азербайджана по Stand of 2. Ребят, вы просто будете в шоке, мне очень интересно посмотреть, что же интересненького у него есть. Первое, что мы замечаем, это звание элита, и он мне писал то, что если бы не голимые читеры, то у него давно было бы звание гораздо-гораздо выше. Как обычно, залетаем на G стендов и крутим барабан бонусов. Также по моему промокоду вы получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Пополняешь просто баланс и получаешь подарки. Первые 3 скина вы получаете бесплатно при пополнении в 300 рублей. Также, ребята, есть очень крутые конкурсы на ножи, на голду и так далее в группе ВК. Все нужные ссылочки есть в описании. Также при пополнении вводи мой промокод и получай 35% пополнения обратно. Но, тем не менее, звание элита довольно-таки солидно. Второе, что мы видим, это ник. Ник киберспортсмен топ-1. Ну, ясен пень, он такой ник поставил по рофлу, но тем не менее довольно-таки смешно и вышло забавно. ID у него начинается на 6, то есть, как мы видим, парень играет в стендов относительно недавно, буквально 1 годик. Ну что же, а прямо сейчас мы, ребята, проверим, что же это за киберспортсмен, посмотрим на его КД и на его статистику. Так, ну что же, как я вижу, КД 1.27 во втором сезоне, ну, в принципе, КД нормальное, учитывая то, что в каждой второй катке попадаются читеры. В первом сезоне КД тоже не 27, ничего себе, у него и в первом, и в втором сезоне был ранг элита и одинаково КД, ничего себе. А теперь, ребят, давайте посмотрим, какой же у него КД в общей статистике. У него КД 4.01, я просто в это не верю, братан, ты что делаешь? Ёлки-палки, ребята, ну так-то высокое КД, довольно-таки неплохо, и я бы сказал бы хэштег мое уважение, потому что КД реально очень крутое. Так, общее время в игре всего лишь 623 часа, то есть я, ребят, еще раз повторюсь, что этому аккаунту максимум 1 год. Ну а прямо сейчас мы, ребята, посмотрим, что же это за киберкотлета в деле. Нажимаю «История матчей», и что же мы тут видим? Вот, мне вот интересно, он играет на первое место или на последнее? А ну-ка. 18-3. Ну, ребят, я думаю, и так уже у всех сомнений отпали, то, что этот парень явно настоящий киберспортсмен, и каждый день играет по несколько часов. А давайте посмотрим, как он отыграл тут. 0-10, где было поражение. А, тут попался читер. Ну, ясен пень. А давайте посмотрим тут, как 10-4, как он отыграл. Тут отыграл он тоже на первое место. То есть мы, ребята, понимаем, то, что это настоящий необычный киберспортсмен и с самым честным званием элита. Ну а прямо сейчас мы, ребята, переместились в его клан. Он состоит в клане под названием 206IQ. И я вам скажу так, тут у всего клана стоят одинаковые аватарки, кроме него, потому что у него стоит аватарка кролика. И у меня такое ощущение, что он сюда вообще случайно попал. Да и звание клана Gold 1, ну как, маловато. Так, ну что же, ребята, а прямо сейчас мы посмотрим на его инвентарь. Надеюсь, вы готовы, потому что там будет ждать его сюрприз. Но перед началом данного видеоролика хотел бы вам разыграть 1000 голды. Чтобы получить, вам надо, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть без перемоток. И в-третьих, написать любой хороший комментарий плюс ваше ID. Вы спросите, какой сюрприз? А сюрприз крайне прост. Он сказал то, что у него никогда не было ножа, и он о нем мечтает. Я ему, ребята, купил 14 кейсов, и, возможно, прямо сегодня ему выпадет нож. Так, давайте вначале посмотрим на его инвентарь. Инвентарь у него реально довольно-таки бедный, учитывая то, что это там топ-1 игрок из Азербайджана. Реально, ребят, надо инвентарь исправлять, надо выбивать арканы. И прямо сегодня мы выбьем ему керамбит. Ну, по крайней мере, постараемся. Так, ну что, ребятки, полетели. Так, ну что же, открываем первый фурез кейс. Давай, братик, за тебя. Я все эти кейсы купил только с той целью, чтобы выбить тебе керамбит. Поехали, мужики. Я у него так случайно спросил, а какой твой любимый нож? Он мне говорит, ну, мой самый любимый нож — это керамбит. Поэтому, ребята, прямо сегодня, прямо сейчас мы должны сделать историю. И мы должны помочь этому киберспортсмену найти его керамбит. Так, ну чё, полетели, фурез кейсик. Давай, абракадабра. Вот Dragon Glass — это самый сочный скин. Просто представьте его реакцию, если я отдам ему аккаунт обратно. А на этом аккаунте будет керамбит Dragon Glass. Да он просто будет в шоке. Так, ребят, полетели. Давай, керамбитик, иди к нам. Наш маленький, наш сладенький. Так, АВМ Scratch почти выпал, но увы. Кстати, ребят, если не ошибаюсь, то АВМ Scratch статрек стоит очень дорого. Ну, потому что его там кто-то бустил. Так, ну что, ребят, полетели. Открываем дальше. Еще у нас все впереди. Мы сегодня по-любому выбьем как минимум аркану, а как максимум выбьем нож. Блин, вот этот керамбит Клоу тоже классный. Керамбит Scratch тоже обалденный. Universe.
Да блин, вот мне керамбиты очень нравятся, ему тоже. Я у него спросил, типа, какой вообще твой любимый нож? Он говорит, керамбиты обожаю. Поэтому, ребята, давайте прямо сегодня попробуем выполнить его мечту. Просто хэштег «нож выпади». Так, 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 М4 Pro, М4. Открываем дальше, не дезморалимся, ребятки. Открываем дальше, не расстраиваемся. Ох, ля, сколько ножей-то пролетело. Ох, блин, стой, стой, стой. Идеально. Ох, ребята, ребята, уже есть одна легендарка. Я думаю, он уже будет рад. Так, нормально. Первый скин пошел. Ну, первый нормальный скин. У нас осталось 10 кейсов, ребят. Мы не расстраиваемся. Мы продолжаем дальше. Ни шагу назад, только вперед. Полетели. Что же нам выпадает, ребята? Ох, сколько же керамбит это прилетело. Ну, нам хоть один. Ох, блин. Но керамбит уже был рядышком. Это означает то... что керамбит в ближайшее время должен выпасть. Я очень хочу, чтобы ему выпал керамбит. Я думаю, вы тоже, ребят, просто хэштег керамбит киберспортсмену в комментариях. Потому что, возможно, прямо сейчас силой мысли вы поможете на выбить ему керамбит. Ох ты, блин! Так, М4 Pro. Ну, статрек. Ну, кстати, нормально. Нормально, нормально, солиденько. Так, ребят, осталось 8 кейсов. Не дезморалимся. 3, 2, 1. Полетели дальше. Давай, Furious Case, ну не подведи. Кстати, ребят, мало ли кто не знал, то Furious Case скоро будут удалять. Ну как скоро? Через сколько времени? Если вам было бы интересно, чтобы я снял видеоролик на данную тему, то напишите об этом в комментариях. Так, у нас осталось 7 кейсов, то есть это половина. Давайте, ребят, ахалай, махалай, киберспортсмену нож бабочка выпадай. Ой, какой нож бабочка? Ой, ля, керамбит выпадай. Вот, блин, не то заклинание сказал и выпал М4 Pro. Вот смотрите, ща выпадет. Ахалай, махалай. Киберспортсмену керамбит выпадай. Поехали, о, сейчас будет контент. Ох ты, блин, о, стой, 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 стой. Стой. Ох ты, блин, уже пошла арканочка, ребят. Ну, слушай, ну я был бы рад. Уже пошла арканочка, уже неплохо. Уже очень даже круто. Так, давайте еще раз заклинание. Ахалай, махалай, керамбит, драгонгласс, выпадай. Поехали, давай, керамбитик. Ну не подведи же ты меня, ну пожалуйста. Но уже, тем не менее, выпала первая аркана. Это уже очень круто. Так, ребят, осталось 4 кейсика. Не расстраиваемся. Давайте, давайте, давай, давай, давай. Нож, нож, нож. Ух ты, блин, сколько же ножей пролетает. А нам хоть один нож выпадет, ребята. Ну, в конце концов, ну, имейте вы совесть. Так, АВМ Scratch. А сколько он стоит? Проверочка, проверочка, проверочка. 37 голды. Сегодня днем стоил 200. Я не знаю, почему так подешевел. Ладно, ребят, поехали дальше. Осталось 3 кейса. Последняя наша надежда. Давай. Furious Case, ну пожалуйста, ну не подведи ты меня. Ну давай, 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 да. Так, 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 что же нам выпадает-то, ребят, как вы думаете? Нам выпадает Desert Eagle Red. А, что? А что это было? Нам же Desert Eagle выпадал. Я чуть ничего не понял. Ладно, окей, я понял, понял. Нормально, 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 хэштег неплохо. Хотя нет, хэштег все плохо. Так, ребят, последняя одежда, я сейчас сделаю быстрее, на вот прям на раз нож. На два нож. На 3 и на 4, братик. Ну чего не сделаешь ради любимого подписчика. Давай, братик, просто за тебя. Давай, за киберспорт. Давай, стендов. Так, ну хотя бы статрек. Даже не статрек, ребят. Ну, короче, я скажу так, учитывая, что все это на халяву, я думаю, неплохо. Но, конечно, обидно, что не выпало арканы. Но если вы напишите много комментариев в чате по типу «подари нож киберспортсмену», то я, конечно же, сниму продолжение и подарю ему нож. Поэтому все зависит только от вас. Но вы, мои подписчики, прямо в эту секунду ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.